Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами. Мастер Гризельды, Артемисия, около 1498 года, дерево, масло, 87 на 46 сантиметров. Артемисия – это любимая сестра и супруга царя Кари Мавсола. После кончины Мавсола Артемисия высыпала его прах в сосуд со своими слезами и выпила жидкость, посчитав, что лучшая и достойная урна для него – ее тело. Об этом говорит римский писатель начала первого века Максим в сочинении «Замечательные деяния и изречения». В эпоху Возрождения, после пересказа данного сюжета Петраркой, он получил распространение как аллегория супружеской верности. На картине Артемисия изображена канонически с чашей в руке. Говоря об анонимном создателе этой композиции, известно то, что он работал в Сиене. Вот примерно все, что мне удалось найти в этой работе «Мастер Гризельды», Артемисия. Пока-пока, до свидания.